сыграем вам танго, фактически гениального белорусского народного скрипача. Я думаю, что Слава, он уже довольно давно помер, але так еще и не прославился, але думаю, что Слава его все-таки не за горами. Это музыкант, который играл одночасово на скрипце и в основном гармонику, Станислав Маленчик, который жил у родном Сашчицинском районе. А в коллекции его записей есть такое очень симпатичное танго, мы его называем танго Маленчика.